Доброе утро, солнышки. Я достала мое тесто с холодильника. Вот оно вот так поднялось. Вот видите, это в холодильнике так поднялось. Теперь положим его на бумажку для выпечки. И будем печь. Вот так. Вот так. Да, мука, кстати, которую я сыплю, хлебушек, это рисовая и простая пшеничная вперемешку, или гречневую можете взять, или какую-нибудь любую другую муку с пшеничной мукой наполовинку, чтобы она не прилипала к тесту. Тесто впитывает пшеничную муку, поэтому надо обязательно какую-нибудь другую муку. Да, духовка у меня уже включена. Буду печь. У меня она самый большой градус, это 250 град. Я буду печь ее на 250 градусов. 20 минут. А потом спущу ее на 220. И дальше буду выпекать хлеб, пока он не испечется. Тоже, наверное, где-то минут 20-25. Вот так у меня такие формочки две, и я их пеку вместе. Очень практично. Конечно, можно каждый хлебушек и отдельно испечь, на какую форму придашь. Ну, вот так утром быстренько свежий хлеб на стол. Пока-пока. А вот и мой хлебушек. Приятного аппетита всем. Попробуйте, сделайте. Я думаю, я очень просто объяснила. Конечно, можно делать из разной муки, но, как говорится, это из три вида муки здесь, в этом хлебушке. Приятного вам аппетита. Пока-пока.